Сколько эмоций и сколько обсуждений предстоящих, но еще не ясных людям событий, о которых твердят с той или иной степенью достоверности все эзотерики и провидцы мира. По существу, эти люди и природа с ее катаклизмами уже не намеками, а прямо указывают, утверждают, что время перехода, а кто-то говорит, что время страшного суда, неумолимо наступает. Удивительно другое. При таких криках и стенаниях о помощи продвинутых эзотерически людей основная масса человечества остается безучастной и продолжает строить планы далекого будущего. Воистину, текущие проблемы и жизнь ваша в грехах так заморочили головы людям, что не оставили никакого шанса оглядеться и в этом хоре стенаний понять, увидеть надвигающуюся опасность, граничащую с катастрофой. Все это произрастает даже не от безразличия людей или от их сверхзанятости текущими делами, а от отсутствия понимания строения мира, от отсутствия понимания своей сопричастности к тем изменениям, которые грядут в этом великом информационном энергетическом пространстве, что называется вечностью. Даже простой рефлекс самосохранения за все прошлые тысячелетия вконец потерян, потому что те религиозные представления, которые вросли в сознание людей, отвергают само понимание возможности изменения энергетики мира, само возможное движение в сторону установления эволюционного порядка развития человечества и подчинения вечным канонам космоса. Что может быть сегодня важнее для людей, чем осмысление той информации и знаний, которые они получали и получают от меня через человека в России, как для этой страны, так и для всего мира? Когда я говорю о том, что сейчас все эзотерики мира кричат о надвигающейся опасности квантового перехода, я тем самым подчеркиваю, что мои слова, мои знания – могут заглушаться шумом и гамом лживых, а чаще пустых слов. Дело в том, что этот хор управляется не высшими божественными силами, а управляется тем уровнем божественных сил, который испокон веков люди связывают с лукавым и его окружением. Суть вопроса заключена в том, что при надвигающейся катастрофе, или иными словами, при возможной гибели человечества, по известным причинам нарушения энергообмена пострадают и сами божественные силы низких вибраций. Поэтому сейчас вступили в бой за спасение человечества и те божественные силы, которые по уровню вибрации находятся рядом с людьми или на близкой вам частоте вибрации, а это значит те силы, которые управляются лукавым. И поэтому в шуме эзотерической информации, доступной довольно большому количеству людей, есть только одна информация – о надвигающейся опасности. Но нет в ней знаний, которые помогли бы людям пройти этот переход безболезненно или почти безболезненно. Я понимаю, что людям очень трудно отличить, где правда, а где ложь. Я понимаю, что людям трудно разобраться, где говорит Создатель, а где говорят лжепророки, каждый из которых говорит о себе как о спасителе человечества, как о вновь воскресшем Христе. Вот и наступило для людей то страшное время, когда человек, поглощенный и ослепленный информацией, идущей от лжепророков, говорящих полуправду, которая трудно, очень трудно отличима от великой правды Создателя, от истины, которую я несу вам, должен сделать выбор между добром и злом. Люди должны осознать. И в этом самое главное отличие, что слова, произнесенные человеком из России, это мои слова, слова Создателя, раскрывающие вам не только знания и истину, но ведущие вас в завтра. Эти слова не только о катастрофе. Говорить о катастрофе, если знаешь об этом, совсем не сложно. Но объяснить и, более того, показать путь спасения может только одна божественная сила. И эта сила есть Я, ваш Создатель, Творец и Всевышний.
Нет больше никого, кто бы заботился о вашем завтра так, как это делаю я, потому что я не разделяю себя и вас, а постоянно подчеркиваю вашу энергетическую связь, пуповину, которая никогда не может прерваться. Я не могу допустить потери людей, людей, достойных нести великое бремя и одновременно великую ответственность помощников Создателя в вечности. Я не вопию о надвигающейся катастрофе. Я предупреждаю о ней и несу вам свою любовь, свою энергию добра и сопричастности вашей к высшим божественным силам, которую вы так и не хотите понять и принять. Вы еще пока не стали божественной силой, но потенциал, заложенный в вас при зачатии, есть то великое начало, которое делает вас единым с целым, с вечностью. Вам необходимо осознать это великое единство. Слова мои обращены к вашему сознанию, к вашему внутреннему «я», которое по структуре, по энергии есть часть и все одновременно великое целое. Осознание, конечно, придет. Я знаю, что спасение ваше в ваших сердцах, в ваших молитвах. И я знаю, что ваше выздоровление, а лучше сказать воскрешение, наступит уже очень скоро. Скоро наступит время, когда в этом наполовину фальшивом хоре лжепророков вы сможете различить слова мои, вашего Создателя, и того, кого вы так ожидаете, вашего Спасителя, который, пребывая пока в безызвестности, готовит себя и вас к великой миссии очищения, преображения и перехода на другой уровень вибрации. Я хочу сказать, что скоро наступит время перехода на другой, более высокий уровень вибрации. И хочу вас уверить, что перевод этот и спасение ваше возможны только с помощью высших божественных сил и никого больше. Спасение ваше также и в вас самих, помощниках высших божественных сил, в вашем сознании, которое должно принять на веру все мои слова и знания. Вам необходимо с любовью ощутить мир мой, меня, вашего Создателя, ибо нет никого в этом мире, в вечности, кто бы так был заинтересован в вашем спасении и воскрешении. Только любовь моя хранит вас в вечности».